треба забивати. І ось він гол. Отлична комбінація. Вивели второй раз Мкхітаряна на ударну позицію і не оплошал в этой позиции Мкхітарян. Ну что ж, интрига закручивается еще круче. Еще грати и грати. Да, еще есть. Но на последних секундах забивает голы. Вот последние матчи, которые мы смотрим. Динамо Киев и... комбинация. Отличная комбинация. Да. Да, несколько человек сразу были в игре, в комбинации, понимали в одно касание. Все как Адриано.